Сверхъестественное. Что за черт? Доктор? 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 Доктор, сестру просит пройти на пост. Доктор, серьезно? Что? Серьезно? Ты талант, ты это знаешь? И ты трус. Ты талантливый трус. А вы о чем? Как будто ты не знаешь. Не может быть. Что? Это была доктор Пикколо. Кто? Доктор Эллен Пикколо. Сексуальная, но серьезная докторша. Вы... Больница милосердия в Сиэтле. Дин, что за ерунду ты несешь? Врачебный прикид. Сексуальные интерны. Это серьезно. Все понятно? Что понятно? Что происходит? Мы в сериале. Доктор Секси – врач. Слушай, что за черт? Не знаю. Нет, серьезно, что за черт? Я не знаю. Одну теорию, любую. Фокусник отправил нас в страну телевидения. Это твоя теория? Это глупость. Что? Ты же сказал, что мы в сериале «Доктор Секси». Да, но это не телевидение. Там есть актеры, освещение, съемочная группа. А это выглядит реально. Это невозможно. Дин, как это может быть реальным? Я не знаю. Ясно? Доктора. А это доктор Вэнг. Сексуальная, но заносчивая женщина. А это Джонни Дрейк. Он не живой. Это призрак, который видит... Она... Та сексуальная, но нервная докторша. Значит, в сериале есть призраки? Зачем? Я не знаю. Это интригует. Ты же сказал, что ты не фанат. Нет. Нет. О, боже. Что? Это он. Кто? Это он, доктор Секси. Доктор? Доктор. Доктор? Доктор? Вы можете назвать хоть одну причину, по которой не выполнили мое распоряжение и не провели экспериментальную пересадку лица мисс Белл? Одну? Mm-hmm. Легко. Ты не доктор Секси. Вы бредите. Правда. А я клянусь, что доктор Секси сексуален, потому что носит ковбойские ботинки, а не теннисные туфли. Да, ты не фанат. Это моя тайная страсть. Позовите охрану. Да, валяй, приятель, мы знаем, кто ты. А вы становитесь лучше. Вытаскивай нас отсюда. Или что? Я не вижу у тебя деревянных кольев. Это ты говорил по полицейской рации? Это трюк? Здравствуйте, фокусник. Вы что? Я узнал, что вы в городе. Как я мог устоять? Где мы, черт возьми? Нравится? Все свое. Мои декорации. Мои актеры. Мой собственный ящик для идиотов.